Маленькие клетки. Они для детей? Лодку кто-то обшарил. Сломанный щит незримых. Асаркон был тут. Асаркон, где ты, бедняга? Эти детские клетки ужасны. Мертвый торговец и трупы римлян. Торговца ограбили. Странно. О, боги! Набатейских детей продают в рабство на добычу камня. Асаркона держали тут. Нужно быть осторожным. Мы выловим рискорд. И глаза. И все остальное. Я не наемник, как вы. Моя клятва нерушима. Меня ждет дуа. Пусть. Я ждал тебя! Наставник пришел спасти! Уходим отсюда! Ты великий Баек, да? Послушай. Осматривая порт, я заметил женщину, спасавшую детей с корабля работорговца. Грабитель — та самая женщина? Набатейская воительница Шакелат. Она разит, как молния, а добычу раздает людям. Я следил за ней, но был схвачен римлянами. Она спряталась вместе с детьми во дворе между убежищем и каменоломней. Нет.
Помните, вы просто дети. Я защищу вас. Тинаева. Ты воруешь для людей в каменоломне? Если схватишь меня, я вырву себе сердце, но цепей не надену. Эй, не волнуйся. Но римляне этого так не оставят. Пытаясь защитить людей, ты можешь причинить им вред. Нет, я не причастна к римскому гнету. Я дарю свободу. Ты порождаешь гнет. Освобождение не воровство, а искусство. Свободу не берут, а создают. Я знаю, какой бывает свобода. Я жила с любимым мужем в Набатее, а Кататцит не раздавил его, словно муху. Вот и они. Поцелуй мой клинок. Покажи, на что способен. Куда ты? Я тут не останусь. Нужно отвлечь римлян от этих крошек. Других нет. Придут другие. Нет, если поможешь. Не понимаю, о чем ты меня просишь. Ты храбро бьешься. Воины, подобные тебе, редкость. Наш путь не разочарует тебя. Мне плевать на культы. Мы освободители, что не подчиняются лживым оракулам и тиранам. Ты избран. Я хочу исцелить наши земли. Шакилат, я вижу, что у тебя душа незримой. Но как доверять незнакомцу? Я спасаю людей одна и верю лишь себе. Мы ценим одно и то же. Просто реши, применять свои навыки ради блага немногих или же всех. Взгляни мне в глаза и скажи, что впредь не будет ненависти, войны и людей в оковах. Наша кредо покончит со всем этим. Кредо. Если решу принять и поверить в него, то что должна буду сделать? Прыгай. И что теперь? Не понимаю, о чем ты меня просишь. Невероятно! Я думала, что умру. Ты возродилась, став незримой. И что теперь? Тебя ждет наше убежище и церемония в твою честь. Я готова стать призраком. Теперь ты в братстве. Yeah.
Тибиаве и Биманеве! Conemo pro amici! Occhi sel sanguino! A sepulcrum! Incumbite! Non conos ne descendas! Sonite ivi! Sic! Recurri ad mulierum, Teras! Ego astendam timi dolor! Что за... Пьянь какая. Ненавистная крепость. Баек. Они грабят всех входящих. Сюда. А не войти нельзя. Тахира нас предупредила. Кого я ищу? Ампелий. В его руках вся торговля на полуострове. Ищи его внизу. Этот кровопийца доит каждого прохожего на дороге Гора и у этих стен. Как его узнать? Тут есть проблема. Он одевается, как его капитаны. Издалека отличить невозможно. Ты уверен, что он в крепости? Точно. Мой товарищ ушел туда и не вернулся. Жди меня у воздетых рук. Если найду его, приведу туда. Дожили, безумцы на улице. Надо действовать аккуратно. Thank you.
State! Ora! E dopo consumazione!
Эй, вора! Куда? Non muovere! Non è sei un vedere! E scopo! Consumazione!
Поймали мятежника. Подозреваемых казнили. С незримым разобрались. Взяли еще одного контрабандиста. Кажется, это Ампелий. Десять. Одиннадцать. Орден вечен.